Да я думал, там еще один дом заснимем. Ну вот Хабаровская, кто просил. Вот она, Хабаровская. Вот у нас детдом. Там ниже коррекционка на Советской у нас. Ну вот, пожалуйста, вот частный сектор. И вот сейчас пойдут панелки. Вот они, панелочки. Вон Очарская пересекаем. Что у нас здесь еще так? Магазин Марсон, да? Самый дорогой магазин, говорят. И ветеринарная лечебница. Так, вот она. Первая. Вторая девятиэтажка. Пятиэтажка. Ну вот состояние такое вот домов. Прямо, ну, развивающиеся. В развитие прям стремятся. Забегаловка вот и Рибуни у нас. Говорят, хорошая, вкусная, ну не знаю. Это зал Многовершинский, заморочки, склады, перевалка, машины отсюда выпускают. Так, вот свалку вроде маломальски подчистили, или показалось мне. Это КВД, кожно-венерологический диспансер был. Сейчас не знаю, есть там что-нибудь, нет. Врач со мной откровенничал, говорит, прям сейчас неинтересно стало. Никто, говорит, не болеет заболеваниями, лечить некого. Ну, это вот у нас тоже подарочек. Это все надо, конечно, актировать, показывать, отправлять. Да тут вообще, тут растут эти, на этих, на ветках пакеты, презервативы тут растут на кустах. Вот еще одна тоже. Ну вот тут что она. Депутатам всем пох. Всем пох. Ну самое главное, что жильцам тоже, наверное, так же, пофигу. Сейчас еще маленечко обратно проедем по этой стороне, покажу. А вот туда дальше, там глину можно набрать, да? Да. Ага. Ну вот оно у нас тут. Вот, быстро с балкона вот туда. Мебель сейчас. Сейчас что ли кидают? Да нет, ну в смысле это. Ну может, не факт, что с балкона, может собаки растаскали, может еще чего. Мы же не знаем. Диваны собаки растаскали. Дивана с балкона? Не, ну может диван, может посидеть, чтобы люди посидели там, захотели, скинули с балкона, посидели. Устали, подняли опять домой, дома сидят. Баки как бы есть. Ну тут видишь, тут ситуация такая получается по этим мусоркам. Что получается? По мусоркам мы составляем акт, да? Общественный эколог делает акт, все это актирует, отправляет главное управление в отдел правительства Хабаровского края по контролю лицензирования в отдел экологии. Отдел экологии шлет сюда, в Николаевск, делает предупреждение. Николаевск такой: да, мы предупреждены, но у нас нет никакой управляющей компании, которая будет там мусор выносить, домами заниматься. Поэтому все, никто, поэтому Рафик абсолютно не виновен, чистой воды не виновен. Все. Администрации говорят, надо управляющую компанию создать. Да, надо создать условия, чтобы она создалась. Администрация говорит, есть, хорошо. Объявляется конкурс, но никто на него не выходит, никто не хочет. Ну вот сейчас вот худо-бедно вот создали новую ОШКУ. Вбухали мне 1 лям 250, по-моему, тысяч рублей. Вот тут аварии были серьезные. Ну и вот эти дома, по-моему, тоже, да, прихватываются. Вот Михаил Петров занимается, директор. Я попросил, чтобы он к нам тоже пришел. Но мне сказала Хлупина, председатель,
нашего собрания депутатов, что Петрова типа зачем. Ну все, Хабаровская закончилась, а я договорю. Для нас закончилась. Тогда она продолжается ниже, а мы на Луначарскую свернем. Вот. Поэтому это как бы не наше. Ну отсюда я делаю вывод, что это очередной ЗИЦ-директор. Вот. Довольно опасная дорожка, которая может, собственно, отправить куда-нибудь в командировку. Ну, собственно, вот Хабаровскую показали. Николаевск-на-Амуре, улица Хабаровская, полностью, да, сверху донизу проехали. Это у нас Луначарская уже. Едем. Число какое сегодня? 16 апреля 2024 года. Развитие впечатляет. Но, друзья, кого развитие тоже впечатляет, ну давайте лайкосик, что мы зря снимали, что ли, зря катались, тут бензин жгли. Давайте лайкайте, что ли, там. Дизать не надо, дизать это неинтересно. Оно снимает лайки. Конечно, администрация надизает, то их не так уж и много. Людей-то настоящих на самом деле побольше, тех, которые находятся вне вот этой всей зависимости. Это Читинская уже, да. Как раз музыка, да, такая в тему. Слушай, это что, первая школа, что ли, вот это? А какая это первая школа? Это что такое? Первая, да? Что-то как-то выглядит как-то, да. А, ну да, вот она. Точно, точно. Ну надо же. Смотри-ка. А? Ну а что, конечно, нормально. Комплекс-то есть. Дома впечатляют тоже. Читинская 6 у нас тут, спорткомплекс тоже, по-моему. Максима Горького. Едем дальше. Это надо было по Хабаровской же, мы только проезжали. Вот, друзья, наши собачули. Связь наша. Просит. О, Валберес тоже здесь, что ли, есть? Еще третью точку открыли. Нормально. А, говорят, лучше сейчас на Озоне. Там, говорит, цены намного дешевле, чем Валберес. Блин, ну ты рекламу сейчас Озону делаешь. Ничего себе. Вот наша это. Полиция наша тут. Молодежи, еще полиция, ГИБДД. Район тоже вот развивающийся, вот новостройка. Видишь развитие? О, ну хоть окна заколотили, елки-палки, уже хорошо. Я думаю, что 1150 уложились по смете, да, окна заколотили. По-любому, уложились по-любому. В этом доме, там, в Бекмухаметовском, халя этот дом. Ну кто там живет, кто-нибудь доживет. И вот у нас рядышком с детским садиком наш любимый Бристоль. А что там детский садик, почему? Ну было, сейчас-то садик там, по-моему. Вот, да. Почему бы и нет? Вышел с садика, сразу взял, люди вот писали, я видел, удобно. Вышел с садика, сразу разбухал досика и полетел с детьми, не так скучно, все повеселее. Ну давайте там лайкосики, кто там, ставьте. Кто Хабаровское просил, вот вам прокуратура, а мы пойдем шопиться за бухалдосом. Привет всем алкоголикам планеты.